Что-то я на улицу вышел, смотрю, что-то интересное. Так, ну-ка, В21 вижу надпись. Что это за хорих? О, даже окошко. Лянча. Ё-моё. Там вот еще один стоит. Этот вообще... Это натуральный катафалк. Ты посмотри. Ну-ка. Так, ну-ка внутри что там? Солнце не поймешь откуда. Не видно, надо с той стороны. Хром, никель. Peugeot 401. Ёлки-палки. Лянча. С правым рулем, кстати. Рычаг переключения под рулем. И этот. Окна бликуют. Да. Блин. Может, подтолкнуть надо, ну? Даже колпаки оригинальные. Не знаю, наверное, будет, наверное. Две трубы выхлопные. B21 или что это? Ну-ка, Мичелин резина. Смотри, он катится, как говорится, на память. Их вообще уже отсюда увозят. Навеки вечные. Ну-ка, с полтыка. Нету, наверное. Контакта нету. Так-то, да? Секундочку. Вот это да! Это что, рулевая, рулевой усилитель типа? Да. Ух ты, ё-моё. Ну, а вот это вот, наверное, бак топливный. Это? Да, мне кажется, да. У них была мода впереди. И, наверное, еще у него должен быть кран, датчик, видимо, здесь стеклышко, это нету. На фордах было, на первых фордах было такое окошечко, знаешь, как в гидравлических баках сейчас у нас на тракторах. Не, а кому стартер вон ржавый. Слушай, а может быть на стартере контактов нема? Не, надо, наверное, багажник открыть. А с той стороны нету? Ладно. А радиатор? Ой, радиатор, точно. Нашли аккумулятор. Аккумулятор оказался под седлушкой. Лючок был. Седлушка подняли туда, лючок. Лючок убрали. И вон аккумулятор. Сейчас посмотрим. Заведется. Может, подсос какой надо?
его знает. Мне показывал что-то, блядь, что-то дергать надо. Да, да, да. Какая-то заслонка. Есть какая-то заслонка. Не хочет. Залил свечи, может? Да, пахнет. Пахнет, да. Вдруг ни с того, ни с сего, да? Да. Это как украсный сатанист, помнишь? Да, 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 было, да. Все, так поехал. Я удивляюсь просто, как стартера выдерживали. Вот дым черный, блин. Смотри, проскакивает пендикс даже. Втягивающий. Ну давай, еще рывок, еще попытка. Да, может быть там где-нибудь в Германии хорошие руки попадет. Отремонтируют, отреставрируют. Доставать из шкафа будут только по большим праздникам. Этот так лянча совсем как новая. Ну-ка, 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 давай, 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 давай. Хватит? Наверное. Еще попытка. На еще одну ступеньку. Немножко приподнял горизонтально. Сейчас-то уж точно. Это я вообще думал, что он сразу так сделает. Главное, чтобы сейчас... О, завелся. Тут сколько тут надо? Елки-палки. 20 сантиков. Давай уже. Едь пока. Давай, 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 давай. Лепи этой лянчи в жопу. Сорвался из того машины.